Четвертый год подряд на территории детского лагеря «Мечта» проходит туристический слет «Багряные листья». Это мероприятие, в котором принимают участие студенты Среднерусского института управления филиала «Франхикс». В этом году команд 13. Дух соперничества и стремление победить, они, несомненно, присутствуют на таких соревнованиях. Но главное не это, отмечали участники турслета. Они, кстати, студенты Среднерусского института управления и филиала «Франхикс». Мы выиграли чемпионат по гире, попробовали себя в лазертаге. Это было что-то новое для нас. И спасибо большое организаторам, что дали такую возможность. Сплоченность команды, то есть на таких эстафетах более, вся команда сдружается, все начинают помогать друг другу. Позитив, эмоции, настроение и куча впечатлений в принципе. Аспиранты, преподаватели, интернационалы – это лишь небольшая часть команд, которые на протяжении нескольких дней узнали друг друга с иной стороны. Каждый из участников турслета «Багряные листья» уехал, найдя новых друзей. А традицию эту, напомним, заложил Павел Меркулов. Руководитель Среднерусского института был автором этой идеи, и на самом деле он это мероприятие проводит уже более 30 лет, практически во всех структурах, начиная от правительства Орловской области, еще со времен комсомола, и вот по сегодняшний день. И это довольно-таки неплохая традиция, которая позволяет добиться сплочения коллектива. Мини-футбол, гиревой спорт, лазертаг, конкурс песни и многие другие. Студенты филиальной сети «Ранхикса» проявляли себя с разных сторон, за что в результате и были вознаграждены. Золото осталось у орловчан. Файтеры не первый раз принимают участие в «Багряных листьях». Зато новичками оказалась команда Банковского колледжа, недавно присоединившаяся к вузу. Благодарим Академию за приглашение, за оказанную честь. А соревнования проходили в 2 дня. Организация была на высшем уровне. Наша команда себя показала очень хорошо. Мы сегодня заняли первое место в туристической эстафете. Потом мы заняли первое место в конкурсе плакатов. Виктория Юркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».